Никто не может дать более того, кто потерял все. До чего самоубийственно бывает счастье? Его неудержимо тянуло к новым знакомствам, но каждая новая встреча усугубляла усталость. Да, воистину только в сновидениях мы обретаем подлинную свободу. Все остальное время мы на кого-то работаем. Дайте человеку огонь, и в течение суток ему будет тепло. Разожгите огонь внутри человека, и ему будет тепло до конца его жизни. Кольчуга не слишком защищает от стрелы, особенно если она нацелена вам между глаз. Кот либо обходится вам очень дорого, либо достается даром. Промежуточных вариантов не существует. Когда другой человек заставляет вас страдать, это потому, что он страдает глубоко внутри себя, и его страдание выплескивается наружу. Ему не нужно наказание, ему нужна помощь. Это сообщение, которое он посылает. Улыбайтесь, дышите и идите медленно. Настоящий момент наполнен радостью и счастьем. Если вы внимательны, вы это увидите. Ум может двигаться в тысячи направлений, но я иду по этому прекрасному пути с миром. С каждым шагом дует ветер. С каждым шагом распускается цветок. Битс привносит в Apple парней с очень редкими навыками. Такие люди не каждый день рождаются. Они очень редки. Они действительно глубоко проникаются музыкой. Мы не собираем много ваших данных и понимаем каждую деталь вашей жизни. Это просто не тот бизнес, которым мы занимаемся. Все, кто занимается технологиями, хотят больших чисел. Стив никогда не увлекался этим. Он сосредоточился на том, чтобы сделать все как можно лучше. Всякий раз, когда вы что-то делаете, действуйте так, как будто весь мир наблюдает за вами. Смело подвергайте сомнению даже существование Бога, потому что, если Он есть, Он должен больше одобрять почтение разума, чем уважение страха с завязанными глазами. Опыт показал, что даже при наилучших формах правления те, кому доверена власть, со временем и медленными действиями превратили ее в тиранию. Мир, торговли и честная дружба со всеми народами. Запутывать союзы ни с кем. Существенный прогресс в направлении улучшения вещей редко может быть достигнут без развития новых зол, требующих новых средств защиты. Боюсь, я постоянно разочаровываю свою группу. Дело в том, что чем дольше я президент, тем менее партийным я становлюсь.
Может быть, просто может быть, что жизнь, какой мы ее знаем, с ее человечностью, более уникальна, чем многие думали. Всегда тяжело, когда убивают людей. Я не думаю, что на этой должности работал кто-то, кто не чувствовал бы личной ответственности за убитых. Те, кто громче всего жалуются на несправедливое обращение, первыми же его провоцируют. Молчание – это один из великих способов вести беседу. Нет более ничтожного, глупого, презренного, жалкого, себелюбивого, злопамятного, завистливого и неблагодарного животного, чем толпа. Едва заметная боль в мизинце повергает нас в куда большую тревогу, чем уничтожение миллионов таких, как мы. Величайший урок жизни в том, что и дураки бывают правы. Если ты отважно смотришь в лицо опасности, ты уже уменьшаешь ее наполовину. Что бы там ни было, никогда не беги. Никогда. В моем государстве представители власти гордятся тем, что они слуги державы. Быть ее владельцем считалось бы бесчестием. Никогда на полях человеческих конфликтов не зависело так много для человечества от столь немногих. Логика может дать огромную пользу лишь при одном условии – вовремя прибегать к ней и вовремя из нее выбегать. В Париже бытовали тогда взгляды весьма запутанные, вернее, что кому-то выгодно было их запутывать. Даже у ада есть свои герои. Я верю в ад, следовательно, я в нем существую. Кто-то сидит сегодня в тени, потому что давным-давно кто-то посадил дерево. Правило номер один. Никогда не теряйте деньги. Правило номер два. Никогда не забывайте правило номер один. Я открою вам секрет, как разбогатеть на Уолл-стрит. Вы пытаетесь быть жадным, когда другие боятся. И вы пытаетесь бояться, когда другие жадничают. Люди всегда спрашивают меня, куда им пойти работать, и я всегда говорю им, чтобы они шли на работу, кем они больше всего восхищаются. Душа, совершившая предательство, всякую неожиданность воспринимает как начало возмездия. Залюбовавшись миражом, прозевал оазис. Настоящая ответственность бывает только личной. Человек краснеет один. Национализм – это когда свинья, вместо того, чтобы чесаться о забор, чешется о другую свинью.
Меня забавляет волнение людей по пустякам. Сама была такой же дурой. Теперь перед финишем понимаю ясно, что все пустое. Нужна только доброта и сострадание. Фаина. Спрашивает ее старая подруга. Как ты считаешь? Медицина делает успехи. А как же? В молодости у врача мне каждый раз приходилось раздеваться, а теперь достаточно язык показать. Ваши жалобы на истеричку погоду понимаю, сама являюсь жертвой климакса нашей планеты. Здесь в мае падал снег, потом была жара, потом наступили холода, затем все это происходило в течение дня. Вот женишься, Алешенька, тогда поймешь, что такое счастье. Да? Да? Но поздно будет. Демократия не может быть успешной, если те, кто выражает свой выбор, не будут готовы делать мудрый выбор. Поэтому настоящая гарантия демократии – это образование. Просто бывают моменты, когда мне совершенно безразлично, ошибаюсь я или нет. Вот и все. Очень умные люди не бывают злыми. Злость предполагает ограниченность, глупость априори. Любую женщину можно назвать невозможной, пока с ней не переспишь. Все невозможные, каждая на свой лад.